То есть вы его просто не заметили и все, да? Конечно. А он с тележкой шел? Да, пьяный. По дороге они бывают. А вы шли вместе с этим человеком, да? Да, я шел вместе с этим человеком. Да, и а что произошло вообще? Как было? Честно сказать, я чуть шел впереди, короче, он чуть шел сзади. Угу. Удар. Я оказался в кустах, короче, вот там, где тележка, короче. Угу. А потом, когда я уже с кустов выковырился, получилась такая ситуация, что я пошел, короче, ну, без машины уже в кувете. Человек, а это ваш друг? Это мой друг, да. А как звали его? Артур. Он в темной одежде, вы без катафота. Вы знаете, что сейчас уже нарушение? Ему я могут, тоже что... был в темной одежде. Это я сейчас просто куртку одел, потому что я уже не часа 4, наверное, ну, стоял, пока промок, потому что, ну, я сейчас сходил домой за документами, как бы, ну, одел вот эту светлую куртку. А до этого в темной одежде, вот давайте пройдемте вот до той ситуации, короче. Ага. Вот смотрите, вот где тележки, короче, вот так. Угу. Вот дорожная разметка, правильно? Угу. Вот смотрите. Это его ботинок? Это его, да. Вот дорожная разметка, правильно? Угу. Где тележка стоит? Но... На середине разметки. Ее развернуло, если честно сказать, ее развернуло. Значит, она была на дороге. Угу. Правильно? Ну, наверное, да. Ну, если ее развернуть, короче, она получается прямо на середине дороги. Вот здесь стоит. Ага. Правильно? То есть он шел по дороге, да, получается? Прямо по дороге он шел, получается. Угу. Я шел вот чуть вот впереди него, наверное, ну, шага на три. Угу. Вот, а, не, вот здесь вот меня как раз ударило. Угу. Я вот сюда куда-то вот улетел, короче. Угу. Вот так вот. Кубарем, ну, пролежал, я не знаю, сколько там, ну, может, секунд 30, там, туда-сюда. Пока встал, пока очухался, пока понял, короче, что к чему. Смотрю, короче, машина в кувете. Угу. Я Артур, ну, нету. Выхожу, и вот, ну, человек, короче, лежит на дороге. Угу. Потом мы с водителем, короче, мы здесь перекрыли дорогу, как бы вот так вот, ну, чтобы не было каких-то здоровых, ну, происшествий. Uh-huh, uh-huh. И таксист, короче, еще проскочил на полной скорости, нам пришлось разбегаться, короче, ну, вместе. Uh-huh. И он прямо по телу, короче, просто переехал и уехал, короче. То есть еще раз дополнительно переехал? Да, еще раз дополнительно он переехал и уехал, как бы, ну, вот так вот. А вы когда-то я были вот за рулем? За 40, я вообще за рулем, конечно, был. Ну а как вот, что без катафотов, без отражателей? Я думаю, то, что вот, на, честно сказать, да, вот здесь я даже водителю не было смысла разгоняться, потому что здесь разогнаться, ну если, ну, километров 50, плюс это фура, это же не легковая машина. А вы думаете, что он разогнался сильно? Нет, я думаю, то, что он не разогнался сильно. Просто я думаю, скорее всего, что получилось в этой ситуации. Вот если развернуть тележку, она получается посреди дороги, да? Угу. Вот представьте, короче, он ее везет, и вот оттуда вот едет фура, короче, да? Угу. Тормозить,
Он его сшибет вообще, как бы, ну, я думаю, то, что вообще он его сшибет. Он хотел уйти от удара. Ну, скорее всего, как бы вот он и уходил от удара. Может быть, он его прицелом зацепил, но, ну, как бы он вообще, вот водитель, честно сказать, в этой ситуации вообще никак не... Вот просто не виноват, ему делать не было. Или ему выскакивать на встречную. Но просто по этой ситуации, если развернуть тележку вообще вот так вот, вот так вот, как она стоит, ну, никак тут. Ну, это же не легковая машина. Ну, понятно. Легковая машина затормозила там, ну, а ему тормозить, у него тормозной путь сколько? 7-8 метров. Ну, а что бы вы сказали тем людям, которые вот здесь ходят постоянно? То есть, вот, что бы вы им сказали? Ну, вообще, я думаю, чтобы лучше одеть, короче, жилеты, короче, чтобы хотя бы, ну, видели их. Как бы вот так вот. Ну, а для вас лично это будет уроком? Это для меня будет, честно сказать, большим уроком, потому что у меня есть друг сейчас. Понятно. Понятно. Ладно, даже не урок, это вообще... Это очень большой, как бы, жизненный опыт. Ну, и вы будете одевать, и... Конечно, я не то, что буду одевать, я уже буду на самом деле делать так, как на самом деле делают, как бы, ну, вот на самом деле в мире, как бы... Лучше одеть светоотражающий жилет, как бы, ну... Ну, с другой стороны, я даже не знаю. Я не знаю, кто здесь прав, кто виноват. Я не присутствовал. Просто у меня жил этот человек. Я у вас жил. У меня в квартире, да, жил. Я понял, а... Как вышло это, я не видел. Они вот вдвоем... Тот второй тоже друг мне. И мы все втроем друг друга очень хорошо знали. Вот так получилось это. А он сам местный? Ну, Кингисеппский? Фалилеева. С Фалилеева сам? Да. Ну, он там прописан? Да. А здесь просто жил? Жил, да. Ну, а работал, не работал? С места заключения вышел только месяц назад. Есть дочь маленькая. Понятно. Молодой, да, 85? Да. Ему 30 лет. Он только с отцом разговаривал сегодня дважды. У него отец здесь же живет или в Фалилеево? Нет, он не в Фалилеево, живет в Твери. В Твери. Как теперь объяснить, я не знаю. Вчера только разговаривал.